I am restored. Всем привет, всем привет, с вами Шмыгмыгалуша. Мы сегодня поиграем в игру Undead Horde. Undead Horde поиграем в игру. И у нас... А что у нас было с вами за задание? У нас было какое-то с вами задание. Подожди, а как тут смотреть? Я, по-моему, разбирался или не разбирался? Подожди. Я все убрал, все свои. Здесь я ничего не могу пока выбрать. Подожди, а где? Где же, где же? Ага, вот новое. Так. Титул на земле Северная Стена. А мы с вами Северную Стену, что ли, перебили? Бери это, да? Так, подожди. Подожди. Где у нас телепорт? Подожди, что-то я тут... Ты туплишь? А, вот, нам нужно к нему. Отлично, хорошо вернулся домой. И вот награда за твои старания. Так. Титул возвращен. Так. Мне больше никто ничего не скажет. Рок-воин, но я их еще, видишь, не убивал, поэтому окей. Так. Значит, мы можем дальше продвинуться, да? Алвинский лес. Подожди, это какие-то петушиные бои. Подожди. Он мне ничего не скажет. Опа. Башни. Башни очень опасны, у них много здоровья, и они наносят высокий урон. Будьте осторожны, атакуя их. Опа-па-па-па. Ничего себе, слышь. Башня. Ага, то есть я могу ограждение пока скинуть за это самое, да? Я не очень понимаю, как управлять этими самыми пока, ну ладно. Подожди, я могу же убивать куриц? Или они меня убьют? Короче, мне надо с армией приходить опять же, да? Или нет? Сюда. А, два задания у меня есть. Так, что за задание? За задание? Ой, тут много. Так, давай тогда обратно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох, ты ж собака, тварь. Подожди, или будем разрушать все говно? Можем разрушать? Да, мы вот одно разрушим. Мы можем здесь... А, подожди, вон что у меня есть. Для кцва... требуется кристалл. Кристалла нет, понял. Хорошо. Так, идем сюда, уходим. Возвращаемся с армией. Склеп некроманта, да. В склепе некроманта... Да, я потому что там протупил. Кто-то писал, что я протупил, да? И что? И что? Совершенно, совершенно меня это не интересует. Как я протупил... Опа, это кто? Медведь. Я не могу медведь. Скорпион тоже не могу. Я могу только курицу. А, подожди, я волка. И волк тоже. Все, я понял. Так, хорошо. Крестьянин. Крестьянин. Так. Короче, давай лучника. 4. Это сколько получается? Ну, короче, как-то так. Погнали. Мои воины, преданные воеватели. Воеватели, да? Или как? Как лучше сказать? Или не воеватели? Так, а кур еще можно будет призывать мне или нельзя будет, да? Ну ладно, похуй. Так, погнали. Strike them down. Я сейчас забыл по кнопкам, что там надо делать. Как возрождать? А, вот так. You shall serve me well. Need more mana. Ёптель, 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 нет! Я не хочу умирать. Убегаем. Так, подожди, тут что-то сложно началось. Курицами может их забодяжить. Реаниматор 15, чего? Strike them down. Блин. Спасись торговцев. Подожди, мы что-то проигрываем. Мы проигрываем, потому что... Короче, подожди. Потому что знаешь, почему мы проигрываем? Потому что там дохрена домиков, и они, короче, вызывают это. Мне как надо убивать домиков как-то, да? Так, давай-ка еще раз. Чарских возьмем. Давай без лука пойдем с этими, с костяными этими.
Так, вот тут что-то тяжеленько, да, начинается серия как-то. Не очень мне нравится. Оп. Attack my minions. My minions, да, все правильно. Вот мне не убить. Почему ты не стреляешь, товарищ? Ну вот, а что такое? Что за бред-то, ну? Я его фигачу, а он не фигачится. Короче, ой, блин, там призыв был. Вот нужно это успеть. I shall crush. Короче, по идее, я вообще с одного их убиваю, да? Этого. Ну. А лучника, короче, с одного убиваю. Как называется? С одного удара убиваю, да? А... Rise and obey. Так, сейчас, стой, мы тут все... Подожди, мы должны все подобрать сейчас вначале, да? Потом тут вон какой-то есть, висит. Так, на Е нажимаем. Так, что там? Так, сейчас мы, подожди, мы сейчас все подберем здесь, и потом уже... А потом уже будем разбираться, что к чему. Правильно я понимаю или неправильно я понимаю? И я еще могу призвать кое-кого, да? Правильно или неправильно? Правильно. Так, я тут монетки пока. Монетки пока. Монетки нужны. Вот, ничего, потом. Мана пока нет, потому что у меня полная мана. Мне, может быть, надо развивать ману. А ты можешь бегать? Можешь бегать? Я думаю. О, подожди, вот это кто? Это лучарский? А мне нужны не лучарские, мне нужны вот эти вот. Скажи, давай побольше, чтобы было. Получится? Давай вот так. Join the horde. Блин, это все равно... Смотри, сколько луков у меня. Это много. Это много луков. Так, отлично. Что-то много, что-то всего набрали. Так, подожди. Я вот здесь вот. Так, пойдем подберем, значит, этот хпшечку, да, вот здесь будет. Хпшку можно подобрать, правильно я понимаю? Да. А зачем? У меня же была полная. Или не полная? У меня была не полная хп? Понял. Горит пока. Мы ее спалим пока. А, подожди. Не так, не сюда. Вот сюда. Значит, новая. Значит, добротный чародейский кинжал наносит врагу 66 единиц, скорость атаки 2. Так, 162 это 66, минус 96, но кражи мало, может комара. Так, ладно, забей. Так, урон за удар плюс 56, наносит 218, но он медленнее. О, вот это классно, да, подожди, а это? Шанс критического удара, смотри, вот это поприкольнее топорчик уже будет, да? Это такое себе. Но этот ядом херачит. Нет, подожди, вот давай вот так, подожди. Вот это мы пока продадим, да, Ctrl. Ctrl так. Так, это пока тоже. Так, дубинка разрушения. Я уроном здания. Подожди, а вот это ты уроном наносишь? Да, все, вот так пока. Так, это пока мы оставим. Это мы убираем. Прилежная дубина. И это мы тоже пока убираем. Так, пока так. Так, пока так. Палим это говно. Блин, вот сейчас бы мне пригодилась эта мана, да? Это было бы классно. Блин, бегать жалко, я не могу. А подожди, а вот туда, если мы пойдем, подожди. Ой, там он медведище. Подожди, нет, не хочу с медведищем. Сейчас, подожди, давай спасем. Блин, я вот зря эту фиганул, да? Вообще очень зря. Follow the living. Горите, падлы.
Так, Хильду мы сейчас можем освободить. Подожди, а у Хильды ничего там в загашнике нет? Ну ладно, нет. Хильда, пытаешься отвоевать земли наших предков. Желаю тебе удачи в этом деле. Обещаю служить тебе верой и правдой. Древнее зло привлекательно, как никогда. Найди меня в склепе, у меня для тебя кое-что есть. Так, она ушла в свой склеп, да? Пока я, короче, хпшкой не могу пользоваться, правильно я понимаю? Это плохо. Ладно, пойдем медведя, может, завалим. Ну а чё он там? Висит меня. Ходит там, короче, такой своей дорогой какой-то, да? Gather round. Быстрее, мои... Charge. Мои миньоны, быстрее. My attack, my minions. А его можно за это, да? О, можно, он горит. Горит. Слушай, медведь сильный, падла. А почему меня? Хорош, мы завалили медведярского. Медведярского. О, тут сумчарский. На один секретик. Три секрета из... Ёпт, ё-май, мама. Ах ты, падла. А тут типа не... Ой, ёпт. Там еще и матка бежит, медведец, медвежья. Медвежья. Ёпт, я сейчас топлю. Алло. Все? Мертвые устают. Так, тут больше... Иди нахер, медведь. Пошел в... А, подожди, слушай, ну а если мы... О, мы медведя призвали, смотри, лол. Все. Come here. Ой. Attack my minions. Только не меня, твою мать. Arise, my minions. Медведи-то мощные, смотри. Мы сейчас, если убьем, короче, этого медведя... А что такое? Я сейчас при-при-при-при? Или не при-при? Все, медведя не осталось больше. Не очень бы хотелось помирать. Так, я могу, типа, уйти, правильно? Уйти в закат. Или не могу уйти в закат? Уйти в закат. Или могу? Так, ну все, пойдем, короче, тогда в этот... Я и так-то, если я сейчас... Подожди, вот так, и что будет? Я просто... We shall devour these lives. Охотничьи угодья какие-то? Что за охотничьи? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, в жопу. Потом. Потом. Это потом. Ты посмотри, сколько у меня... У меня армия-то из... А, ну у меня, смотри, у меня зато два медведя, короче. А два медведя, это смотри сколько. Они то есть сильные, да? Это прекрасно. Это прекрасно. Все, мы с полной хпшкой, а мне нужен трупы. Мне нужны трупы, срочно. Мне нужны срочно трупы. Где я могу взять трупов срочно? Forward. Rise and obey. Икс. Мы с курятиной пойдем сейчас, да? Так, туда мы не пойдем, потому что это выход. Давай здесь посмотрим, что здесь. Здесь такая же жопа была, как и там, или нет? Или может быть... тут поменьше всего. Нет, тут то же самое, ну... Блин, а что, медведи будем испытывать? Или лучше уберем куриц и придем уже с медведями, как полагается? Да, давай так и сделаем. Давай так и сделаем. Мы сейчас уйдем сюда. Значит, поменяем. Значит, мне, во-первых, должны... Так, стоп. Орды, подожди. Это я куриц убираю. Мне курицы пока не нужны. Так, курицы пока не нужны. Командор. ХПшка. Так, а где ты, моя любимая торгашка? Где торгашка-то? Она сказала, она в склепе будет. М? Кто видит торгашку? Я не вижу. Ты видишь? Я вижу командора только, и все. Она же не здесь. Или после задания она, типа, ко мне пойдет? Нет, я не могу еще. Еще троих медведей надо захерачить, прикинь. Так, давай-ка мы, знаешь, что, сколько там мы их? Вот так вот и два лука. Не могу? Не могу. Хорошо. А, подожди, я злого крестьянина могу? Могу злого крестьянина, такая бабка со скалкой, прикольно. Так, хорошо, погнали. Погнали обратно. Так, ну у нас два медведя. Два медведя это сила. Два медведя должны нам, короче, сделать все. Ёптель, слышишь?
living shall know my wrath. Rise and obey. Ну да, медведь этого не завалит. С медведем-то надо поосторожнее быть. Хорош. Блин, не могу. Gather here. Да, с медведем-то шутки плохи. Дрессировщик нежити. Это что значит? Тихо, я все сделал или не все сделал? Это ты наш? Ты не наш. А какого хера ты тут вообще делаешь? Блин, у меня одного медведя все-таки завалили, падлы. Блин, а я еще нового медведя не могу призвать, да? Да блин, нахрен я собираю это говно-то пока. Не оно, блин. Оно, по идее, мне нужно, короче, стрельнуть и убежать, по идее, да? А я зачем-то его беру и прикинь так и фигачу просто так. Так, во-первых, посох. Во-первых, посох. Что за посох? Так, посох пода. Опа! Что это такое? Что это за прикольчики такие? Так. Так, давай посмотрим, что у нас есть, что с посохом у нас. Посох. Добротно посох СМИ. Пораженные враги оглушаются на 2 и на 2 секунды. Это вместо огня, да? На 2 секунды заглушаются, значит, наши противники. Так. У меня одни лучники, в принципе, и все. Вот. А там один отряд этих упырей, да? Икс. Сейчас ждем. Десятку накопили. Давай, ты же 110. А, ты должен там еще немножко времени... А, он ждет, да? Сейчас ждем ману небесную. А можем сады эти разрушать? Не можем, да? Плохо. Плохо дело обстоит. Ну ладно. Так, мы сейчас ждем 110. На-на. На-на. Ох ты, собака. На-на. На-на. Так, мертвые восстали, отлично. Так. Бабусики, торговец там прикрыл так. Вес Сатури. Для меня великая честь быть освобожденным одним из делегатов. Или это он, или это... Ну, неважно, я буду вот так. Я целый вечер... А, это он провел значение. Был чем-то вроде кладбищенского духа для живых. Я открою лавку в склепе. Так, хорошо. Поговорить с Хильдой в склепе. А, ну вот, видишь, Хильда, значит, там уже открылась. А подожди, а что я там не убил? Я что-то там не уничтожил. Смотри. И там, и еще, смотри, у нас тут есть много всяких путей, которые мы можем, в принципе, посмотреть. Ёпти, ну ты что, домище-то не убил? Дурак, что ли? Gather round. Да. We shall burn the lands of the living. Все в этом, конечно, хорошо, в этом самом, в этом топорике. Он сильно много мощно бьет, да? Но очень долго по затягу. Ой, в смысле, не по затягу, а по... Так, а это куда? Северная стена. А мы оттуда пришли же, да? Мы же оттуда сюда пришли. Да, мы оттуда сюда пришли, правильно? Так, и значит, сейчас, подожди. Да, Алвинский лес, мы сюда. И так, пойдем хпшку, короче. Может быть, пойдем в этот, слушай, сходим, пока у нас есть медведи. Медвежий запал, да? Пока у нас есть. Нам надо трех медведей, короче, зафигачить, чтобы... ну, пойдем, короче, да, проверим. Медвежий запал. Трех медведей завалить, чтобы купить их, короче. Пойдем, посмотрим, что здесь за... Тут какой-то есть у нас охотничьи угодья какие-то. Ёпти, а чё их так много-то, бляха? У них там еще башня? Не, подожди, чё-то сыкую, пока сыкую. Подожди, пока сыкую, чё-то сыкую. Пойдем посмотрим, что там в правой части есть, да? И походим там, короче, чтобы все было классно, прикольно, угарно и весело. И весело. А вон куриц можно повалить. Charge. Жалки нам. Что? Я открыл новых куриц? Я могу создать новых куриц. Класс. Да, вот он медленно ходит, мне это не очень нравится, но в целом, ладно, нормально. Дверь закрыта, хорошо. Наверное, торговцы откроют мне эту дверку сейчас, нет? Как откроют они мне эту дверку? Так, а здесь что у нас? We Куда мы идем? Devour these lives. В Хилсбург. А в Хилсбурге что? Слушай, в Хилсбурге новые задания. Не, давай-ка мы откроем телепорт, сейчас откроем и свалим в склеп.
Из склепика уже сейчас будем делать какие-то фишки новые, да? Так, что там, что? Перстень Хильд, опа. Какой-то перстень я у нее могу купить. Ну-ка давай сюда. Вот, возьми, это магический перстень. Что ты мне там дала? Ты мне дала какой-то Где мой перстень? А, вот он, да. Пламенеющее кольцо Хильды. Снаряды мертвецов воспламеняются на 8,5 секунд. Враги будут получать 40 единиц урона от огня в течение 40 секунд. Это мне нужно что? Это мне нужно кидать... А, мне нужно и... А, и подожди, нет. Это на какую кнопку мне надо нажимать? Эль? Что это за кнопка? Собака. А сюда, если у тебя... А, это единица, ёптель. То есть я беру, короче, единичку нажимаю. Ух ты ж, вот это нормально. Так, повышать уровень магазина, чтобы открывать предметы более высокого уровня. Делайте взнос, чтобы обновить ассортимент, повысить шанс получения редких предметов. После полного вывода вы сможете обновлять ассортимент. Торговцы, вы можете обновлять ассортимент торговца. После улучшения торговца его лавки появятся предметы более высокого уровня. Икс. Сюда. А чё, нельзя сразу мне сделать взнос, типа, на... А, нихера себе, слышь, там, а чё так много-то? Так, ну давай пока так, пока оставим. Подожди, чё там, отличный перстень щита? А что это такое? Я не могу посмотреть. А, могу. Накладывает защитное заклинание на вашу орду на 6 секунд, блокирует 35 урона. Мертвецы ближнего боя на 8 получают вампиризм и стреляют 57 за атаку живых целей. У-ху-ху. А, ну она 121 стоит, ёптель. Я... У меня маленький этот... У меня маленькая маня. Мани. Блин, трех медведей надо завалить, короче. Блин, ну да, но один медведь, короче, занимает, типа... Так, подожди, мне с командором надо побазарить или нет? Что он там писал? Помнишь, он мне что-то писал? Поговорить со Скеллингом. А Скеллинг это кто? Кто такой Скеллинг? Я не помню, кто такой Скеллинг. Ну, Скеллинг, он, по-моему, тут валялся в этом, да? Вот он, по-моему, нет? Ты Скеллинг? Да, ты Скеллинг. Здорово. Отличная работа по спасению наших торговцев. Теперь нам нужен ключ, но у мерзкого древнего... Но он у мерзкого древнего за башней. Без этого ключа в подземелье не попасть, а из подземелья мы сможем продолжать наше завоевание. Наш гадостный древний должен быть уничтожен, но нам понадобится помощь. Сами мы с древними башнями не справимся. Хорошо. Я хпшку ну ты понял. Мерзкий древь за грозными башнями будет хранитель этого леса. У него ключ от подземелья. Нам нужно уничтожить его, но он слишком силен. Поговорить с Бонсом в Хилсбурге. Он знает, что делать. Я получен четвертый уровень. Для активации требуется кристалл. Понял. Так, пойдем в Хилсбург. Или как там? Так. Но вначале мы вот этого сделаем. Ману сделаем. Манку немножко. Повысили себе. Ну, чтобы ты понял, да? И ХП я еще себе повысил, да? Так. Чтобы одолеть древний, нужно активировать портал в сумеречные земли и призвать изгнанную армию скелетов. Для этого нужно получить ключ-кристалл, который люди забрали, чтобы вывести из строя этот древний портал нежити. Так. И чё? Так, заложники на века. Нежить попала в заложник какому-то паладину. Надеюсь, скелеторка, он расскажет подробнее. О, тут несколько заданий. Подожди, тут что у нас? А, вот он, скелетор. Здорово! Мерзкий паладин великодолик держит двух торговцев за заточение печали впереди. Освободи их, сможешь покупать их кто? Так, хорошо, наверное. Так, подожди. А сюда мы можем пропасть, а? Найдите ключ кристалл, событий торговца в храме Великодуликса. Великодуликса. Так, это куда? Это туда? Ой, ёпти. Медведи убили, суки! Ой, извиняюсь. Почему я не возродил? Возрождаю, сказал. Rise and obey. Хорош. Так. Медведи завалили. Пидоры. Вот пидоры, а. Так, все, больше ничего нету. Так, это туда нам нужно вниз спуститься. Но мы подожди. Мы сейчас денежку соберем.
И вообще, я хочу здесь еще потусить немножко. Подожди. И вообще, короче, по идее, можно сейчас... Подожди. Я могу вообще сдриснуть... Живоглот. Говорят, что сэр Живоглот хранит ключ от ворот к сияющим ущельям. Это его лагерь. Убейте сэра Живоглота и получите ключ. Слушай, ну сэра Живоглота, он мне что-то кажется сильно. Подожди, а как башни-то вообще убивать? Убивать башни вообще возможно? Это... сильно или... Опа. Заминированный торговец. Живые захватили нашего обожаемого эксперта по черепам Грина. Его держат за какими-то магическими минами, так что будь предельно осторожен, не сомневайся, ты придумаешь, как его спасти. Освободить тор... А, ну там это... Там башня. Не то. Не то говно. Gather round. Да, идите сюда. Forward. На. Ой. А что так сильно-то? В ловушку попали? My mana is low. Так, быстро возрождаем. Join the horde. Опа, а что такое? Призыв пошел уже? У них там есть призыв? Где? Ух ты, собаки какие. Стоп. Rise and obey. Да блин! Arise, my minions. The living shall know my wrath. Так, что у меня с народом? Народа мало. Кинжал. Так, народа мало. Почему я не могу возрождать? Быстро сюда убегаем. Так, ой, ёпта. Магический навык же. Магический навык наносит высокий урон. Используйте орду, чтобы активировать их и избежать урона. О-о-о. Тихо, там, во-первых, лось есть. Attack. Так, я могу его это... Не могу пока. Так, подожди. Магические ловушки, это магическая ловушка. А как башню-то заносить? Она мощная. Вот башня. Куда вы идете? Сюда иди. Да уйдите отсюда, блин, дебилы. Arise, follow me. О, так. Ее сжечь можно вообще или нет? Подожди. А сколько она там? Да блин. Не, ее нереально сжечь, так что погодь пока. Блин, стоп. Медведя могу? Rise, да! Все, с медведем мы можем дальше просто ходить, короче. Медведь нормальная тема. Так. Значит, у нас тут есть еще тоже заданница там, да? Подожди, давай-ка вот так сделаем пока. Ну, а все равно, что мы тут стоим. Пока разнесем это говнище. Сколько мне нужно медведя? Два еще медведя. Чпок, да? Хорошо. Ну там тоже нет, там башни нет, там только дом. Там только дом. Домино. Опа, ёптель, это кто такой? Смотри, на коне. На коне его нужно чпокнуть, на коне, да? А, стоп, не надо собирать, сейчас мы сделаем красивше. Кстати, на. На. Все. А как вы хотели? О, да, мы вот такие. Мы хитрожопые. Хорош. Блин, ну он там... По-тихому так, оп. Тихо, ходим. Not enough.
Ах ты собака. Rise and obey. Да, на-на. Упырь. А! Я умер! Собака! Не! I am restored. Запокащаляя. Так, я без всего, да, короче, активировался. Стоп, а мне нужно туда сходить, мне нужно забрать это говно, да? Правильно я думаю? Или с армии идти? Ну да, давай сразу с армии, я забираю и там сразу буду уже. Двоих еще, блин, нужно, ёптельмо, прикинь. А это кто у нас? Ополченец. Гуманоид боец. Наблюдает 4, скорость так и 1, очки 360. А эти? 120, 200. А, так это вообще маленькие, ёпт. А так лучники вообще говно, типа, да? Так. Погнали. Так, погнали, погнали, погнали. Погнали, погнали, погнали. Так, у нас... Что у нас? А, мне нужно забрать это говнище, да? Или опять его нужно будет убивать? А, нет, он уже вот что-то сказал там. Но я не подобрал же. В смысле, или я подобрал? Как это происходит? А, нет, я подобрал. Это что такое? Подожди. Скиптер лучник вызывает 3 свободных восставших лучника. Лучники распадаются через 17 секунд. Это не надо. Так. Ну, такой себе. Лошадиный ключ и кинжал. Носит врагов 84. 2 уровня мертвецов людей в рукопашном. Мертвецов людей в рукопашном плюс 4. А, вот это мы продадим, да? Да, это тоже мы продадим пока. Да, это тоже продадим. Так. Так, ну-ка, что там мне скажешь? А, отлично! Этому дурацкому рыцарю пришел конец. Я за это выпью. КПшку и денег нам дали, да? Так, подожди. Но теперь мы можем... Strike them down. Так, нам нужно успеть уничтожить... Домину. Правильно? Хорош. You shall serve me well. Блин, там еще 3 домика. Arise, my minions. Not enough mana. Follow my lead. The living shall know my wrath. My mana is low. I must have more. Так, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Join the horde. Все, да? Мы справились. Burn them down. You shall serve me well. Так. С этим мы справились. Так, теперь мы можем хпшку себе поднять. Так. А что, мы туда не можем пройти пока? А, ворот закрыт. Почему? А, надо, короче, надо через столь, только через столь, тот вход, да? Хорошо. Так, теперь, короче, нам нужно... этими чуваками пройти в через ту дверь. Правильно я понимаю? Коса. Нашла коса на камень. Идет война на память Олел. Была такая песня у Симбе. И была такая группа, да. Да-да-да. Но это давно было, чё? Как давно? Так, подожди. Инвентаришка. Наносит максимум... Ну, что это так? Ребят, нет. Грустненько. Грустненько. А что, если курица вселенная? Доставать камни. Ну, кинь туда, это говно. Так, это вот эти ворота я открываю, да? Ага.
А, и дальше куда-то прохожу. Подожди, там есть телепорт? Мы просто сразу за Сияющее ущелье. Подожди, где? А, вот телепорт еще. Хорош. Так, вот телепорт еще. Так, погнали-ка сюда пока. Так, а что он там не сказал? Что мне нужно сделать? Бонус этот. Я что-то все прослушал. Ладно, давай по... Опа, ёптель, а откуда они взялись? Они... А, ну, наверное, да. Come here. Опа, еще один медведь. О, хорош, перстень вампира я подобрал. Что делает перстень вампира? Стопоранда. Стопоранда. Быстрый амулет, скорость атаки мертвецов. А это просто как амулет, да? Он не просто, типа, прикольно. Мертвецы ближнего боя получат вампиризм. А, вампиризм. Но он 120, видишь? Мне нужен, блин, мне нужно увеличивать свой вампиризм. Destroy them. А, в смысле? Ёб твою мать. Here. Это нужно было сделать немножко не так. Иди сюда. Gather here. Иди сюда. Да. Я думал, я не так, короче, все это представлял. Медведь, медведь не нужен, да. Arise, my minions. Так, медведь вообще классный. Ну, медведь, он с полной хпшкой, понимаешь? Короче, он вообще классный. Так, теперь мы идем в сюда, короче, идем. Телепортируемся в склеп. Сколько мне еще осталось, типа, до медведя? Еще одного медведя завалить, да, нужно? И мы тут еще стрелков набрали, смотри. Очки здоровья 220, а 360, видишь, они много. А сколько у медведя вообще здоровья? А, пока непонятно, понял. Хорошо. Так, давай тебя, короче, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. А все, четыре. Мало. Так. И обратно. Подожди, мне с кем-то нужно говорить? Надеть ключ кристалла, освободить торговца, хранить великодульца, освободить торговца, заминированный торговец. Это где? Надеть ключ кристалла, вот, освободить сюда четвертый, освободить торговца третий. А, ну это там нужно пройти через это, да? Давай-ка сюда пойдем. А, в храм. Это нужно спуститься вниз. Да, давай. Давай вниз спустимся. Пока, ну у нас пока есть медведь. Я не хочу идти через минное поле. Я-то думал, что видишь, типа, минное поле там, оно такое. Да мы не будем с ними сражаться, зачем? А, ну опыт, типа. Мы можем, в принципе, мы опыта могли получить. Да, хорошо. Что там делать надо? Arise, my minions. Так, а кто здесь у нас? У нас какие-то трупешники. Они могут, может быть, они крутые, да, трупешники-то? Так, подожди, нам... Ну, а, ну ладно, пока не будем. А, не можем, понятно. Не можем пока открыть, хорошо. Strike them down. Подожди, я хочу вот этих посмотреть. Кто тут? Это что, сильные чуваки или нет? Вы кто, чуваки? А что они просто стоят? Follow me. А, это лучники какие-то крутые, да? Или нет? А, подожди, я не могу пройти, да? Мне... Ага, да, хорошо. Attack. Need more mana. Rise and obey. Так, что здесь кинжал какой-то дурацкий. Так, или не дурацкий, не знаю. Так, что тут у нас еще есть? А, я больше не могу никого это. Follow my lead. Attack. Need more mana. Mana. I must have more. Rise and obey. Так. Все, вот это мы открыли. Так, теперь что у нас есть? Там тут. Gather round. Attack, my minions. My minions.
Блин, медведя убили, сучки. You shall serve me well. Блин, а мне надо ману где-то восстанавливать, подожди. О, мы копейщика восстановили. О, смотри, это ты кто такой? Ты на за нас, типа, будешь? Так, и мы открыли еще одни ворота, типа, да? Типа, да. Так, подожди, значит, нам нужно проникнуть только мы... А, ну, через эту дугу. Follow me. Через эту дугу. Сейчас, подожди, давай поднакопиться немножко. О, на один секрет, подожди. Какой-то меч. На один секрет. Так, хорошо. Attack. Ну, конь, давай ты, ёпти. Так, там какой-то призыв, да, я слышал был. Follow my lead. Так, подожди. Ага. Strike them down. Я всадника открыл. Зашибись. А он только в рукопашку же, да, по-моему, этот. Rise and obey. Рор. Так, и какие-то еще амулеты мы тут поднабрали с тобой. Так, вот мы нашли этого торговца. Это что, это призыв или нет? Подожди. А, да, ёпти, тут еще есть, смотри, вон кто. Так, подожди, а я вот хочу вот этих троих. Это кто такие? Это опять лучники какие-то ссаные, да? Блин, у меня лучников просто до жопы. Чем они мне? Я не... Ну ладно. Так, что с капашкой? С капашкой все нормально. Come here. Strike them down. Ну блин, одни лучники, реально. А чё тут? Все живые убиты, класс. Кто здесь? Да блин, здесь тоже лучники, камон. Тут все будут лучники, типа, или чё? За бред. Мы закрыты. Ох ты, собака. Там три ящика, дай открыть. Так, что, не дашь открыть? А можно я, если живые все умерли? А как ворота открыть эти? Ой, 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 ой. Как открыть воротики? Join the horde. О! А, вот, смотри. Так. Так, найден какой-то секрет. Так, подожди, а дверку-то... О, открыл, отлично. Открыл. Так, всякого говна тут набрали, всякого, да? Да ладно, у меня нету места уже. My bags are full. Так, хорошо. Так, что тут у нас, подожди. А, убийственный амулет. А, я сюда его могу? Я только туда амулет могу, да? Ага. Так, давай читать тогда. Значит, скорость атаки мертвецов, урон мертвецов. Лимит призыва плюс 9. Ага, лимит призыва, либо урон мертвецов. Так, давай тогда посмотрим вот это, что за говно. Меч отравления наносит... А почему я могу отодеть? Могу, ну так. Да. Пока вот так сделаем. Нет. Так. Так. Нет, нет. Нет. Нет, нет. Лучный меч. Нет. Вызывает 3 свободных восставших лучников, а не надо так. Призывает костяную стену, наносящую урон врагам на своем пути. Наносит 141 единицу урона, длится 7 секунд. Лечит мертвецов животных на 140 за каждый ваш критический удар. Получите. Слушай, вот это я пока оставлю, это мне нравится. Так, это что, поражаем врага, улучшается. Не, это пока не буду смятение. Пока смятение не буду. И лучники тоже пока не буду. А вот это какая-то классная штучка, но пока оставим ее. Так, пока все это оставим.
Так, еще какой-то амулет и какой-то... Так, и давай освобождать уже этих чувачков наших, да? Просто я думал, блин, тут какие-то прикольные есть эти. Тим Бладрок. Слава тебе, ты пришел. Зловоние живых тут просто невыносимое. Так. Вон там у нас внизу появится, да? Это ты, легендарный ходящий под солнце. Приходи в мой магазин в склепе. Сразу обменяй мои великолепные товары на ту добычу, что ты получишь в бою. Опыта получили и денег. Или еще какой-то скипетр, да? Так. А что с великодульцем-то делать? Он так просто будет валять? Это ты, великодульц? Так, я, в принципе, все сделал здесь, да? Все секреты все нашел. Да? Ну, короче, как-то так, ребят. Как-то так. Так, теперь на выход, да? На выход, я сказал. С этими бойцами-то что, теперь пойдем в этот или нет? Одни лучники и конь. Ну блин, ну конь-то сильный, в принципе, да? Или чё, или не пойдем, или не пойдем. Ну давай, да, ладно. Там нужно типа быстро пройти, короче, как я понял, да? Charge. Так, ага. Оп. Так, стоп. Gather round. Здорово. Черепа интересует меня с тех самых пор, как у меня возникли проблемы с моим собственным. Заходи взглянуть на мою коллекцию в склепе, когда выдастся свобода минут от твоего мира. От завоевания мира, ну да. Ты задаешь тон, Орс. И еще. Да, и это задание мы тоже с вами выполнили и открыли вот здесь вот проходище. Так, подожди, а вот здесь склепы. А в склепах есть какие-то сильные. Вот ты кто? Там самый сильный, наверное. Так, пойдемте. Пойдемте. А кто там? Там кто-то ходил, мне не нравилось. Кто там ходил? Подожди. А, это башня. Ой, ептель, мой Иди сюда, быстро. Так, вас много, но от вас толку, короче, мало, я так подозреваю, да? Вы как бы такие себе. Так, наверное, ну мне кажется, не знаю. Не буду ничего утверждать. Так, пойдем, короче, в телепорт, засунемся. И дальше нам нужно будет уже в туда вот, да, фигачить. А подожди, откуда я пришел? Я оттуда пришел, а там что? А я там не был же, да? Или был? Подожди. Attack, my minions. Опа, да, тут медведь. Все, тут медведь. Follow me. Сейчас медведя разбираем, и я смогу призывать медведя уже у себя в лачуге, так скажем, да? Твою мать, тут два медведя. Да, медведь-статуя открыта, все отлично. Да, все, медведя за... Оп, а тебя, я же могу их или не могу призвать? Одного хотя бы давай, да? Медведи, люблю медведи. Так, и тут сундук. Один секрет. Какой-то сундук, какой-то топор. Так, больше не могу, почему? Могу. Два медведя это сила. Еще пару лучников. Как он того? А, того я уже убрал. Это куда? Подожди, проходочка. Это куда проход? А что сразу так-то? Rise and obey. А. Это куда мы попали? А, это мы попали в ту херабазу, которая херабаза, да? Charge. Так, мне нужно обойти, мне нужно уничтожить говно. Твою мать. Follow my lead. Mana. Not and I must have more. Rise and obey. Так, сейчас, подождите. Упыри. Join the horde. Attack. Follow my lead. Да, идите туда пока сходите, подождите. Так.
Но мы ее уничтожить пока не... Как я понял, мы пока не можем ее уничтожить, потому что у нас, короче, нету какого-то хрени. А какую-то хрень нам даст чувак, короче, который находится в другом... В другом месте, да? Да забей, зачем? Я... Зачем мне его убивать? Мне это бессмысленно пока. Я там башню... Проще башню убить, чем... Так, теперь мы... Подожди, мы сейчас вернемся по телепорту туда-сюда, правильно? И дальше туда-сюда сделаем. Туда-сюда сделаем. А почему нельзя восстановить хпшки моим этим зверцам? Подожди, смотри, я вот открыл стрелка с 220, у этого 360, а у медведя сколько, подожди? А у медведя 1900. Ёпти. А, курица, мы не курица. Так, а, смотри, я еще всадника сделал. 650, слушай, нормально. Всадник-то нормас. Всадилище. Так, Хильда. Хильду можно, короче, немножко про это. А вот Грин. А, вот, смотри, черепок, короче, это который... Череп останков, череп... А у меня есть череп какой-то, подожди. Он мне какой-то череп дал? А он мне череп какой-то дал, а я не увидел. Снаряжено. Лимит призыва плюс 9 я сделал, да? Правильно? А, лимит призыва я сделал плюс 9, подожди. Лимит призыва, урон мертвецов, скорость атаки и... Ничего не понял, короче. Ну ладно, так. Подожди, сюда тот чувак, который... Или ты? Ну-ка, расскажи мне. А, нет, он мне, короче, посох просто херачит. Я понял. Он мне просто посох фигачит. Он мне просто фигачит посох. А которого я сейчас открою, он мне какую-то книжку даст. Он где-то вот здесь будет. Да? Да. Ну, ребята, оставим это на следующую серию. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шоу Омега. Всем счастливо, всем пока.